аккумулятор для мотоцикла 6-вольтового, в данном случае для Явы. Корпус от гелевого аккумулятора старенького, как бы 6 вольт показывает, ну здесь не 12 ампер-часов, здесь 8,5 ампер-часов. Достанем сейчас этот аккумулятор из корпуса. Что здесь получается? Здесь 8-10 элементов, по 5 элементов в каждом плече. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь плата BMS. Вот ее меньше спичного коробка размер. Значит, что показать хочу и рассказать, как из литий-ионного аккумулятора сделать 6-вольтовый для мотоцикла. Все BMS-ки работают в режиме как бы 7,5-8,5. Данная BMS отключается при напряжении 6,3 вольта. Как бы когда она отключилась, все, пока не дашь на нее зарядку, она не начнет заряжаться. Но даже если она разрядилась, можно толкнуть мотоцикл. Ява позволяет это делать. Завел, переключил на зарядку, и аккумулятор уже сразу начинает хватать энергию. Значит, в самом аккумуляторе напряжение 7,5 вольта. То есть генератор выдает, ну, в среднем 7,6-7,4, в данном случае у меня настроен где-то вот в районе 7,5 вольта. Вот рекомендую такое среднее значение 7,5 вольта. Но при этом аккумулятор надо зарядить до полной емкости. Я заряжаю лабораторным блоком питания. Ну вот такой интересный момент. 7,5 вольта, 0 ампер. Аккумулятор зарядился. Можно поднять напряжение. Вот. 7,6, уже 0,68 ампер. Установив его на мотоцикл, он будет работать в режиме 7,5 вольта. Элементы, примененные, это из электронных сигарет. Вот в данном случае элемент 850 мА. Вот здесь такие стоят. Вот здесь стоят такие элементы. В каждом плече одинаковая емкость. Обязательное условие. Применять можно, ну, любые, какие есть под рукой аккумуляторы. Скажем так, плата BMS 80 гривен и бесплатные аккумуляторы. Либо аккумулятор гелевый, который всегда работает в перезаряде. Надо чем-то ограничивать, либо в езде с включенным светом. Либо ставить какой-то ограничитель тока и сбрасывать на него немножко ток зарядный. Потому что изначально бортовая сеть рассчитана под аккумуляторы зарядом в 10%, а эти аккумуляторы заряжаются емкостью, ну, зарядным током 5% от номинальной емкости. Так, что еще по этому аккумулятору BMS? Ну, могу набросать коротенькую схемку, как соединяется BMS. BMS такая платка, вы ее найдете в интернете, купите. В данном случае здесь стоит на 20 ампер. BMS 2S. Вот, ну там 20 ампер взял с запасом. Хотя аккумуляторы 8,5 ампера, можно брать десятку. С головой будет. Просто цена была вообще без разницы. 80 гривен что та, что это. Поэтому взял такую. С запасом тока, если вдруг захочу увеличить мощность и емкость аккумулятора. Есть у нее средний вывод. Есть у нее плюс. Есть у нее минус по батарее. И есть у нее выход. Там плюс-минус. Плюс-минус. Общий назовем его и плюс. Это у нас идут концы выходные с аккумулятора, подключаем к бортовой сети плюс-минус, а сюда навешиваем, ну, нарисуем вот так вот, правильно будет, два элемента, две банки. И скольки элементов вы наберете, все главное, чтобы поток у БМС-ка держала. Значит, здесь получается плюс, здесь минус, здесь плюс, здесь минус. Вот так вот. В среднюю точку уходит и минус, и плюс. Параллельно соединяем банки. В данном случае собраны посредством
медной шинки. То есть набрали элементы, там 12 элементов, спаяли плюсы, спаяли минусы и получили какой-то элемент. Установили как надо, упаковали, все замечательно, ничего сложного. Цена вопроса — золотые руки, паяльник и 100 гривен денег. Вот, ну и соответственно в наличии походить, пособирать, понаходить, попросить аккумуляторы, если есть, ну либо купить как бы парочку. Все равно это будет лучше, чем всякого рода кислотные. Современные технологии однозначно побеждают. Удачи всем владельцам 6-вольтовых мотоциклов.